Если попросить два яичка у своего бати, помыть 3 минутки и стряхнуть кожурку, обвернуть бекончиком нежно, кинуть в муку, увлажнить яичками и сунуть в чипсы, искупать в жирненьком и подписаться, чтобы не профукать последние деньки каникул, то у тебя получится идеальный завтрак для всей семьи, тем более для любимого бати.